Здравствуйте! Вас приветствует компания Батискаф. Меня зовут Александр. Сегодня у нас на обзоре новинка магазина Батискаф, новинка компании Буша. Это неопреновый реглан. В этот раз мужской, называется он Атолл. Вот таким вот образом он выглядит, черно-желтый. Значит, реглан идет комбинированный. На руках, под руками, на плечах лайкра, на теле 3-миллиметровый неопрен. То есть впереди и на спине неопрен. Горло неопрен, чтобы плотненько все было. Здесь лайкра, чтобы было комфортно. Руки под руками, плечи. Все, лайкра для того, чтобы было комфортно, удобно и при этом вы не горели. Ну, давайте, как всегда, принаряжу его на себя. И я думаю, что следующим кадром увидите вы уже меня в этом регланчике. Вот таким вот образом выглядит на мне реглан Буша Атолл. Для себя я взял размер М-очка, так что размеры, наверное, полные. В принципе, можно было и L-ку, но я люблю, чтобы костюмчик, как говорится, сидел плотненько. Поэтому выбрал себе размер M. Он и по рукам мне хорошо ложится. Под руками есть немного морщинисто, но не знаю. Кажется, что L-ка будет так, вот так вот по спине. Он не длинный. Ну, везде прилегает плотно. Нет, нормально я себя чувствую в эмочке. Вполне все удобно и комфортно. Тепленько, я вам скажу. Сейчас лето на уличке. Так прям чувствуется, что в реглане потеплее. Конечно же, отверстие для пальцев, чтобы реглан не слазил, никуда не убегал. Ну, комфортно, удобно. Плавать прям, поднимать руки. Все, класс. Шикарный реглан, неопреновый, от компании Буша. Так что, кто хотел утеплиться, не покупая гидрокостюм, у вас есть выход. Неопреновый реглан от компании Буша. На этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новинки нашего магазина, интересные акции и, конечно же, шикарные обзоры. Ну и всех вас ждем в нашем магазине Батискаф. До свидания.